Всем привет! Это Московский городской, сегодня 1 сентября. Мы поболтали с первокурсниками и узнали, как прошел их первый день в университете. Привет, как тебя зовут? Маша. А тебя? Алина. Маша, Алина, я загадаю желание. Девчонки, как вам 1 сентября? Круто. Познавательно. Что вам понравилось? Дружественная атмосфера в вузе. Ага. Ну да, прям все объяснили, как бы разложили по полочкам. Как тебя зовут? Юлиана. Как тебе Московский городской? Очень стильно, модно, молодежно. Что тебе не понравилось сегодня? Сегодня? Все отлично. Таись, как тебе МГПУ? Мне очень нравится. А что нравится? Нравится то, как он внешне выглядит, и нравится то, какие преподаватели. А внутренний, главное, это не внешность, это душа. Да, душа тоже очень важна, мне очень нравится. Что вам здесь нравится? Коллектив. Вот эти вот? Вот эти вот и вот эти вот. Кураторы. Кураторы. А, хорошо, а что вам здесь не нравится? Камера. Как вам вообще МГПУ нравится? Вообще красиво, шикарно. Ну, я сюда захожу, сразу понимаю, что я в раю. Как вас зовут? Камила. А что вы здесь любите? Все. Прям все? Да, у нас прекрасный куратор. Как вы называете своих первокурсников? Подисты. Как? Подисты. А вы бьете? Нет. Не все прекрасные, самые добрые. Наши побисты. Как вам МГПУ? Да классно, классно. Только кушать хочется. Кушать хочется. Да. А вы еще не были в столовой? Нет, нет. Нет? А пойдем, может, вам показать, где столовая? Здравствуйте! Здравствуйте, подождите. Здравствуйте. А как вас зовут? Вероника. Если бы МГПУ был едой, то какой? Пепперони. Вы голодная, да? Да, очень. Ну все, идите кушайте, пожалуйста. До свидания. Если МГПУ был бы едой, то какой? Кексик. Вишневый кекс. А вы первокурсник? Да. А какое направление? Педагогическое образование, история, обществознание. О, а вы знаете что-то по истории? Ну, ЕГЭ на 72 балла, не знаю, если это показатель. ЕГЭ – это показатель. Вы знаете, кто такой Игорь Михайлович Римаренко? Да. Он показывает. Да? Ректор. Это ректор, ректор. Да, ректор. Ректор. Каким-то образом мы попали в музей Московского городского. Тут очень много интересного. И вот не зря же говорят, что МГПУ – это Хогвартс. Но не что иное, как мантия-невидимка. Представь, что вот МГПУ – это Хогвартс. Ты бы на каком факультете училась? Я бы выбрала Слизерин. Почему? Ну, там чистокровные маги. Это классно. Если бы вы учились в Хогвартсе, да, вот если бы МГПУ был Хогвартсом, то вы бы на какой вот, на каком факультете были? Гриффиндор. Гриффиндор. А почему? Да. Вы лев? Нет. Вы рыба, козерог? Рыба-водолей. Рыба-водолей? Нет, рыба – это рыба. Андрей, а если бы МГПУ был Хогвартсом, то вы бы на каком факультете были? Я бы был на когтевране. А почему? А его никто не помнит. Хочу быть неприметным просто. А вы очень приметный, Андрей. Как тебя зовут? Вера. Что ты ожидаешь от этого учебного года? Успехов от себя. Удачно закончить этот год. Хочешь, ты мне руку погладишь, и ты будешь удачно закончишь год? Ну все. А вы подружки? На пути к этому. Ой, вы теперь подружками будете, вставайте вместе. Все, все, я вас подружила. А вот опишите МГПУ одним словом. Университет. МГПУ одним словом. Красный. Мне нравится. МГПУ одним словом. Семья. Это правда, МГПУ семья. Ну все, мне понравилось. Хорошие ребята.